концессии, не с 1 января, а с 1 февраля, наверное, скорее всего. Почему? Потому что не забывайте, что все декабрьские начисления платятся в январе. То есть фактически январь, полученные денежные средства, это денежные средства МУПКБУ. Дальше, то есть МУПКБУ может остаться с точки зрения осуществления системы водоснабжения, может слиться с МУПВодоотведением и получиться фактически местный городоканал. Вот. Но с точки зрения производства тепловой энергии и теплотранспортной организации МУПКБУ уже не будет, если состоится процесс концессии. В один клубом достаточно хорошая антикризисная управляющая без работы не останется. Я на месте, пока здесь отработал в КБУ 4 предложения получил. В том числе и возглавить один из институтов Академгородка. Я тогда уточню вопрос. С точки зрения, то есть вы планируете оставаться в Берске или все-таки, скорее всего, куда-то? Если мне концессионер предложит работу на данном месте, естественно, останусь. Других предложений пока никаких у меня сейчас не поступало. То есть я еще раз говорю, были предложения до этого некоторые, там, пойти в Сибстрин работать, пойти в Академгородок работать. Еще были кое-какие, но я пока отказался от этих предложений, потому что, во-первых, у меня есть свои обязательства, которые я взял перед городом Берском. То есть мы все-таки сюда не просто так губернатор поставим. Но, как бы, давайте так, то есть я должен их выполнить.